Ну. Не туда и не сюда. Ну куда ты идешь? Ай-яй-яй-яй, зубы-то какие острые уже, ёпрусы ты. Зачмокал, зачмокал. Так. Будем сейчас смотреть, пожалуйста, как будет проходить. Маленько получаться, во. О, наконец-то. Вот птичка куда-то убегает, и все, даже что ты, ёбрзы, ты. Понять не можем, куда птичка убегает. Давайте, давайте, вот и посмотри. Посмотри, вон дудонит. Язык вон. Языком обвернул ее. И дудонит. Ну, вот интересно, я не знал. На язык ложит ее. О, зашел. Что-то так долго они ее ищут. Как-то быстрее будете поросята находили птичку. Ну, поросятки мелковаты, конечно. Ну что, и свиноматка мелковата. Первым опоросом. А ты что поперек легла? Вот тоже должна сегодня-завтра. Рыжий покрывал. Не помню, в один день или второй день. Ее покрывал. Вот это должна тоже. Вот это вот дерчиха. Вот эти двое уже. Один дудо не точно. Второй еще никак не может. Может, что-то долгое, это расстояние большое по времени между последним поросенком. Должна уже побыстрее, как бы обычно так, если все. Если никаких эксцессов не будет, то все хорошо. А если как вот у этой черной был посередине мертвый, и она очень долго мучилась. Это что-то не помню, с 6 до 12 или до часу я сидел. Если вот этот середины не мог все вылезти. А здесь тоже непонятно как. Три. Вылетело. Прям так. Первый вышел. Она даже никаких признаков не подавала. Что он там, она ложится или гребет. Ничего. Слышал, запищал. Подхожу, один гуляет, а она стоит на ногах. И похеру ей, я думал, будет проблематично. Зашел, хотел его это, а он пискнул. Она сразу вскочила и на меня. Я думаю, думаю, караул, думаю, наверное, мне здесь не стоит стоять. Думаю, может, сама как-то. Ладно, ушел маленько, пришел, нет, зашел, вроде ничего. Пообтер, смотрю, этих по очереди. Ничего, вроде спокойно сейчас, ну. На меня-то ладно. Лишь бы поросят все хорошо. Ну, вроде ничего. Вон он. Ничего не делает. Он ползает возле носа ее, но ну, ничего, она подхрюкивает. Вот он как дудонит. Ой, опять потерял. Вот она. Давай, вот. Идут роды, давай. Опа. Давай. Опа. Вот он. Вот смотрите сейчас.
Вот смотрите, чтобы не ждать, обычно, когда нету никого, они сами, конечно, все вылазят, все отрывается и идут. Но все вот так вот, надо вот так вот сделать. Слизь эту всю изо рта убрать, зубы, конечно, как лезвие. Так, теперь берете вот так вот, смотрите. Берете, видите, сантиметров 5 оставляете и вот так вот ноготком. Раз, раз, все. Ну, кровь маленько там беганула, ничего страшного, все. Все, он освободился от этой... Что это, пуповины. Вот он в желтизне весь. А. Давай, 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 давай. Опа. Вот так, вот так. Вот так вот. Ну, вроде ничего. Все, сейчас... Я не знаю, что и почему, как же дальше, что делать-то? Не могу стоять. Надо убегать, наверное. Надо, наверное, убегать. Да, скажет, думает он. Думать, конечно, он не может. Но инстинкт самосохранения у него присутствует. Давай, давай к тетюшке ползи. Это банда уже, о, столько титик, вот следующий лезет, следующий, давай, все, давай, опа, о, так, берем тряпочку, вот так вот, тряпочку, берем тряпочкой, лучше, чем пальчиками, вот так вот, раз, о, в слизи все, нос весь слизистый, забило. Его надо протереть, убрать, чтобы ему дышать было. Вот так. Вот так. Козя, мы не белые. Мы не белые. Ой, мы в папашу. Ну, куда ты? Я не твоя мама. Я не твоя мама. Ой, тихо. Нет, нет, все хорошо, хорошо, все хорошо. Вот он, 4 белых и 1 рыжий в папашу. Папаша же у нас рыжий. Ну давай вон. Ищи там. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, титик столько много, а вы деретесь, а? Уже дерутся. Представляете? Вот только вышли из мамкиного чрева. И все. Прошло сколько? Ну, минут 10-15. Все, уже у них борьба за еду, за титьку. Ты не туда пошел. Я не твоя мама. Мама твоя вот. Прикольно мне вот это название. Где-то я вот слышал, я не твоя мама. И все, вот теперь прилипло мне. И все, всем я говорю, кто ко мне подходит, я говорю, я не твоя мама. Нет, нет, нет. Вот смотрите, видите? Прям мордочки. Мордик мамаши подлез, не знает, что делать дальше. Иди туда, иди туда. Иди он к своим. Иди давай. Маленькое попутал. Берега. Юг-север. Иди вон туда, иди. Иди давай вот. Поднимать их нельзя, потому что они начнут орать. Их только от пола оторвал, все, они заорали. Ну, в смысле, вот так, если поднимать за ногу-то ничего. За заднюю ногу поднял, они орать не будут. Так, ну там, писнуть может быть. А если вот так вот прям, не за ногу, а за туловище взял, все, они разорутся. Потому что их оторвали от пола. Они не любят этого. Пока сейчас они найдут.
Нет, нет, нет. Вон туда надо. Вон туда надо. Так, пока 5 штук. Сколько ты принесешь, конечно, неизвестно, да, мамаша? Наверное, уже опять готовится к следующему. Несмышленыши. Столько титик. Вот один найдет, а второй будет у него отбирать. Рядом титька? Нет, ему надо вот эту. Почему? Сейчас они еще, может, не понимают. А потом попозже, почему они будут драться за титьку? Потому что кто первый титьку взял, он ее рассосал, и молоко пошло. А другой подлазит, он уже это прочуфанил, что молоко пошло. Рядом титька, он ее брать не будет, потому что ее надо сосать. В смысле, чтобы молоко пошло. А в смысле, как вам сказать... Ну, короче, помассировать надо, чтобы молоко пошло. А он этого делать не хочет, он хочет на халявку. И они начинают грызтись за титьку. Драка получается. И вот кто кого, у кого отберет. И вот это вплоть до 20-25 дней. А бывает даже до 30, если попутают титьку. 4 беленьких. Я один рыженький дюрочек. Мамка англичанка. Порода у нее. А тогда это вот неожиданное. Ну, я думал, что примерно сегодня должно быть. Ну, ночью или завтра. Или может этой ночью. Ну, вот. Вечером. Вечером. Только титик и делаются. Угу. Вот, давай. Какая бывает это? Прям не бойтесь, вот так прям стирайте. Что-то прям с последом вышел прям в сумке. Тряпку всегда под рукой держите, удобнее так. Раз, раз. Носовые пазухи вытер. В рот прям залез тряпкой. Там зубы острые. О, все. Все, так. Так. Так, давай, иди, конечно, к своим братьям и сестрам. Еще один папашин. Вот уже два. Значит, 6 штучек. 6 штучек. Так. Сумку вот эту просто взять. Вот эту вот. Не надо ее скармливать свинье. Просто взять отсюда вот так вот. Так, ну можно. Можно на улицу. Вытащить. Вот так выкинуть. Вот так. Парнишка-то или девчонка. Малыш, иди давай, иди там, подвигайся. А то все молоко съедят твое. Ну-ка так за. Там парень. Не вижу я ничего. Обсохнет еще. Ну это не малыши.
Он как жадно ест. Все. Иди, ищи. Видите, свинья не на месте. Если вот это, она нервничает, то туда попадет. Сейчас вот рейку грызла. Кстати, я забыл про это сказать. Рейку грызла. Это она нервничает, готовится. Да, Маня? Ты готовишься, Манюня? Давай. Готовься. Вот они. Кучкой все. Нет, тебе вот сюда надо. Вот сюда. Вот он головой. Головой пошел. Ай, давай. Вот видите, он сколько слизи, бля. Слизи сколько, да, скажи? Не, главное, чего вот смотрите, завернутые эти. Видать, это кожа. Она, наверное, окрепнуть должна, или может наоборот. Сейчас они будут уже по полу елозить, может она стерется. Ты уже день выходишь? Сейчас, парниша, не знаю, парниша ты или там кто там. Сейчас мы тебя отцепим маленько. Не бойтесь, вот она маленько кровит. Ничего страшного. Так вот раз. Прокровит и перестанет. Вот так вот. Так. 7 у нас уже, да? У нас уже 7. Так, Маня, ты бы убрала свою ножку, а? Ой, давай в доверие втирайся. К братишкам и сестренкам. А ты куда побежал? Нахаленок. Ты куда побежал? Ну, нахаленок. Маленький что-то. Ох, что маленький. Это... Нет, ну это побольше. Ну, на чуть-чуть, может быть. Это... Ну, нормально, 7 уже нормально. Так, сколько у нас титик? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 14 штук. Нормально, десяток будет и хватит. Ни к чему больше. Вот он еще. Пошли они сразу три. Ох ты. Вот бывает, вот в этой сумке, вот как до этого родился. Если бы я не помог, навряд ли он бы ее осилил порвать. Ты не сюда. Вот твоя мама. Это вот братишка или сестренка твои. Твой или твои или... Так, раз. Так. Иди давай, иди. Не туда ты пришел. Все. Ну, все. Маленько крови. Ничего страшного. Все хорошо. Давай иди домой. Ох, какой. Ой, тяжелый. Тяжелый. До этого... Вроде мелковат, а это покрупнее. Вот он уже спит. Он спит уже. За титьку держится и дрыхнет. Вот он. Он даже не дудонит. Все. Заснул, товарищ. Мамка его обняла ногой.